Перевод статьи Колина Харпера для Bitcoin Magazine. Большинство из нас знают биткоин только по его нынешнему логотипу, белая с двумя полосками на оранжевом круге. Оранжевая монета стала узнаваемым символом во всем мире, но биткоин не был представлен под таким знаком. Только самые ранние участники биткоин сообщества помнят эволюцию логотипа. Для тех из вас, кто этого не знает, вот небольшой урок истории. Эволюция логотипа биткоина. Первый логотип биткоина был создан самим Сатоши Накамото, золотая монета с надписью BC. Довольно интересный выбор цвета, особенно если учесть то, что многие считают сравнение биткоина с золотом выдумкой биткоин-максималистов, тогда как сам Сатоши представлял так BTC с самого начала. Сообщество хорошо приняло логотип, хотя на Bitcoin Talk периодически появлялись предложения о его замене. Одно из этих предложений касалось использования символа валюты тайского бата, который стал удобным временным решением и, возможно, вдохновил Сатоши добавить долларовые полосы к символу биткоина. 24 февраля 2010 года он представил новый логотип, который также представлял собой золотую монету, но с вписанной буквой B с двумя вертикальными полосами. Реакции на Bitcoin Talk были смешанными. Некоторые говорили, что это все еще слишком похоже на бат, другие посчитали логотип слишком скучным. «Это официальный логотип?» – спросил один пользователь. «Я понимаю, как трудно сделать что-то действительно профессиональное, если у вас нет навыков, которых у меня нет, или программного обеспечения, которого у меня тоже нет, поэтому я не хочу быть грубым. Но не было бы лучше, если бы мы приняли что-то получше, официально или нет, но этот логотип оставался главным логотипом до конца 2010 года, когда пользователь под ником BitBay оставил свое первое сообщение на Bitcoin Talk с обновленным логотипом биткоина. Он оставил символ, в который усовершенствовал Сатоши, но сделал его белым и поместил в плоский ярко-оранжевый круг, наклонив вправо. «Лучший логотип биткоина, который я когда-либо видел», – прокомментировал один пользователь. Это был общий консенсус, о чем свидетельствует тот факт, что проект BitBay станет логотипом биткоина в течение следующего десятилетия. Символизм. В 2020 году логотип BitBay является самым узнаваемым символом биткоина. И, подобно технологии, которую он представляет, логотип был создан анонимным пользователем без какой-либо коммерческой цели. Каждый аспект логотипа биткоина имеет математическое обоснование. Эти обоснования подробно изложены, а также даны конкретные инструкции о том, как сделать идеальный логотип BTC с нуля, в этой публикации на Medium. Автор Фил Уилсон помог разработать второй логотип, который Сатоши представил в феврале 2010 года, и оранжевый, который мы знаем сегодня. И тот, который мы знаем сегодня, пронизан символизмом. Например, число 8 всплывает многократно в размерах и геометрии D. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.